шопкипер Налогбек Пришельцев сказал: во дворце должны работать честнейшие профессионалы. А где же их взять-то? Налогбеков аж взапрел от возмущения. А как же я? Я вот он, практически безработный. Все в Беспалматии знают, что я чеп честнейший суперпрофессионал в сфере личного управления государственным добром. Согласен работать во дворце, хотя и требую его отставки. Если эти сволочи меня позовут, то я не откажусь, хоть мне и противно. Как-то же жить надо. Доходы-моходы совсем дёк, сохватились до зарплаты. А я так не привык. Я же честный. Давай за мной, полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чух-чух. Главный визирь Омике по бабам решил, что пока не кончились его 100 дней, надо уладить дела с опами. Опы, кстати сказать, неукротимым рабочим ртом Камчук. Камень снова высказались за отставку главного визиря. За что? Что я вам сделал? Нам, может быть, еще доведется сойтись в единой команде, когда меня вытурят. Я человек прагматичный, никаких вариантов не исключаю. Эй, нам не нравятся некоторые члены вашего дворца. Так вы напишите мне список, ребята! Назовите их имена! Может быть, я их уволю? Давайте дружить! Я открыт перед вами, как форточка ранней весной! Что, сам себя уволишь, что ли? Буркнул про себя грубый Камча, но список все-таки настрочил. На, прочитаешь, когда уйдем. Передал он записку главному визирю. Список Камчи состоял из 137 имен. Возглавлял список, естественно, Автомашев. Аналог Бег Пришельцев продолжал свой рассказ. Я познакомился с известным космолетчиком по имени Шариков. Он хочет в суд подать, как человек, который честно, за бесплатно, то есть купил дворцы, заводы, там, пароходы у кадра Богатырева. У человека, развязавшего страшные уюньские ночи. В суд он хочет подать на хана Автомашева, который не захотел встречаться с ним в Маркве. Потому что Шариков честно переоформил на себя богатство кадра Богатырева. Человека, развязавшего страшные уюньские ночи. Иначе мы развяжем в Бабахнете третью революцию. О как!